Всем доброе утро. В районе причала сейчас я нахожусь, друзья мои. Море сегодня обалденно чистое, обалденно красивое. И порой его просто не слышно даже. Сейчас она не знает даже, что мурлычет, не скажу вам. Ну, очень классно. Тихо, шикарно. К сожалению, на пляже очень много мусора. Какую-то незначительную часть я лично уже оттарабанил, но бутылку Кока-Колы в прошлом ролике я показывал. И вот эту пластиковую посудку из-под шашлыка, или я не знаю, каких-то явств. Я не стал. Точнее, не смог вынести, они там в воде, я туда просто не полезу. Не хочу с утра. Ноги мочить. Труселя тоже не стал забирать, честное слово. Вы уж извините. Кто посмотрит предыдущий ролик на канале Лазовская, все, тут поймет, о чем я говорю. Есть там кто-то труселя оставил под причалом. Видимо, был романтический вечер, романтический ужин со всеми вытекающими. Вот, блин, вот сейчас они поближе к берегу приплыли. То приплывают, то уплывают. Люди, будьте людьми. Донесите до урны, тут недалеко. Вот там вот, я знаю, есть урны. Я сам выносил. Точно вам говорю. Проверено мной несколько секунд буквально назад. Причал готовится, видите, тут сняли верхний слой, покрасили. Блин, я не знаю, тут, наверное, сверху надо было темненьким чем-то красить. Народ будет ногами все время залазить. На берегу ветерок, температура воздуха все-таки 18 градусов, не 19, 18. А, я корректировал, кажется, в предыдущем ролике. Море прям просто идеальное, тихое, спокойное, обалденно красивый бирюзовый цвет такой. Ну, в лучах солнца он бы был еще бирюзовее, скажем так, еще красивее. У берега прозрачно, здесь вот нет. А бывает такое время, когда он и у берега прям идеально прозрачный, прям и на глубине тоже. Люди потихонечку подтягиваются к пляжу. Вот я сейчас на пляже наблюдаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Уже видел. Ну, правда, издалека видел. Даму, купающуюся в море. Отсюда с причала даже хорошо видно. Ну, не то чтобы хорошо, нет. Причал Багратиона очень даже хорошо видно. И кажется, мне на черепушку упала первая капелька. Есть подозрение, что сегодня будет дождик. Даже, возможно, гроза. Но это я не знаю. Это по прогнозам. Я прогнозы не даю. Вот. Капельки на себе ощутил. Небо так себе. Не скажу, что оно белое, пушистое. Оно какое-то серое. И не пушистая. Опять придется мне вот тут как-то пролазить. А я тоже не новый, могу и сломаться где-нибудь там. Опа. Занырнул. Мусорка вот сюда. Я понимаю, что она уже там полная, но она, тем не менее, мусорка. И сюда обязательно кто-нибудь придет, точнее, и уберут здесь. Здесь пока еще не убирали, сейчас часиков 7 начинает обычно тут наводить порядки. Я имею в виду в районе прибоя и фаворита. Конечно, все проверил. Привет. Да, дождик, ребятки, дождик, смотрите, вот пошел, заморосил. Так что, все.
Всем доброе утро. Есть подозрение, что сегодня оно будет несколько влажным. Оно уже несколько влажное. Я первые капельки отхватил. Цены уже показывал. Знаете, что у нас почем в Фаворите и Кавказе. В Кавказе вру, в Фаворите и Прибое. Ну и про новую точку я уже, точнее не новую точку, старую точку, которую вновь открыли, я уже говорил, наверное, на предыдущем ролике. Так, на всякий случай, я понимаю, что скорее всего здесь-то вы точно смотрите. Все, кто здесь на этом канале, все смотрят Лазаревское сегодня. Но повторюсь, на всякий случай, вдруг кто-то зашел с другого канала, не знает, точнее, про существование канала Лазаревское сегодня, что здесь вот тоже открылась кухня уже. Уже работают. И туалет, кстати, работал. Я видел. Ну, правда, это было 9 мая. 10 мая не обращал внимания. Все, друзья, всем доброе утро. До новых встреч в эфире. Ждем появления скоро платформы Андаданза. Макс уже в Лазаревском. Я уже с ним беседовал. Осталось немного. Обращал внимание, что появляются некоторые туристические эти пункт реализации путевок, но вот Ольгиного я пока не встретил. Пока нет. А ветер усиливается. Там где-то дождик, а вот там где-то, в сторону Краснодара, я имею в виду сейчас, там солнышко. Море, вы сами знаете, какое идеальное. Всем доброе утро, всем привет из Лазаревского. А то мне получается два большущих ролика грузить долго.